Здрасте! Вы находитесь на канале Ваня Зави, я нахожусь в магазине Smoke Store, и сегодня у нас с вами тест очередного, так скажем, практически према. В жидкости все-таки стремящийся в премиум сегмент, это у нас максимум. И это у нас лимонадики. Итак, бутылочки у нас вот такие, вот разноцветные, во всяких рисуночках. Я, правда, вот не пойму, содержит ли это никотин или нет, потому что, как вы помните, я к никотиновым жидкостям отношусь достаточно посредственно, но вот, блин, тут ничего такого не сказано. Бутылочки, видимо, не оригинальные чаби-гориллы, странно, очень тут что-то, а нет, вроде бы оригинальные, вот. И здесь 50 мл, а не 60, как мы с вами все привыкли. Стоит все это дело, давайте сразу закроем вопрос, сейчас, секундочку, я найду, где, сколько это стоит? 790 рублей, 790 рублей эта тема стоит. И что для меня более непонятно, жидкость такого формата 60 на 40 по ГВГ, весьма странный выбор, но... Какой есть, поэтому будем парить то, что есть. Как всегда, я пробую вот здесь описание производителя, я говорю то, что я чувствую, вы читаете здесь то, что говорит об этой жидкости производитель. И первый вкус у нас Apple Lemon. Не знаю, что это должно значить, но Apple понятно, Lemon, наверное, тоже понятно. И пахнет, опять же, химозно, очень сильно каким-то просто перенасыщенным яблоком, когда яблоко становится не просто яблоком, а ацетоном. И это прям не совсем прикольно. Довольно бодро. Это лимонад. Я бы сказал яблочный сидр. Это корка зеленого яблока с легким холодком, но при этом есть газированность. Но похож вкус именно на яблочный сидр. Но без синьки. То есть как будто яблочная газировка. Круто? Да, мне нравится. Мне однозначно нравится. Следующий вкус у нас манго запла. Кстати, я вот тут нашел одну нихуя не состыковочку. Здесь написано 70 на 30 по ГВГ, а, блядь, здесь написано 60 на 40. Что за хуйня? К слову о том, как я охуенно готовлюсь к обзорам. Пахнет действительно очень ярко, именно спелым, зрелым манго. Это не зеленая манго, которая встречается иногда в жидкостях, которая отвратительная вообще, я не представляю, как его люди парят. Спелая, классная, вкусная, сочная манго, по крайней мере, оно так пахнет. Посмотрим, как это будет на пар. Я надеюсь, что будет на мана. Один из немногих манго, который мне нравится сразу. Я не понимаю, что происходит с камерой, но у нее что-то диод выебывается. У меня завоебывалась камера, пришлось перезапустить рекордер. Манго — это, наверное, одно единственное манго из всех, которое мне понравилось за последнее время. Потому что в основном манго делают либо зеленым, либо сильно травянистым, либо нихуя не насыщенным. А здесь очень яркая манго, но просто вот манго с холодком. Больше ничего я здесь не чувствую. И последний на сегодня вкус Grapely Berry. Наверное, как-то так это читается. Я подозреваю, что это виноград с ягодами. Потому что, ну, из названия, что тут гадать, да? Как бы, на самом деле, не прикольно, когда вот так вот прямо на жидкости все вывалено. Прикольно, когда ты пробуешь, можешь рассказать впечатления и описать их вот здесь. Пахнет ягодным морсом с очень высокой долей винограду. Я это где-то уже пробовал. Прикольный виноград. С легким-легким ягодным сбором. Мне нравится однозначно. Прохладненько, вкусненько, заебись. Ну что ж, пришло время расставить топень. И третий у нас будет манго запле. Вот. Он, ну потому что просто как бы манго, да, охуенная манго. Я не спорю, это самая пиздатая манго из того, что я пробовал. Но типа, если вот остальные два вкуса показывают себя как миксовые вкусы, причем интересные ароматические сочетания, то здесь это чистый манго с кулером. Второе место у нас Grapely Berry. Это у нас ягодный морс с очень большим добавлением винограда. Я бы сказал, что виноград здесь ведущая аромка, а вот ягоды, они такие второстепенные. Причем вот здесь мне нравится аромка тем, что она не раскрывается вот так вот прямолинейно, вот одной волной, а именно играет вкусами. Это прям заебись. Причем во всей линейке так, ну, по крайней мере, в миксовых вкусах, да. И первое место у меня Apple Lemon. Это охуенный яблочный сидр. Я не знаю, я такого вообще еще нигде не пробовал. То есть, чтобы настолько тонко передать корочку зеленого яблока, при этом вот эти вот пузыречки прям... Сука, это топень. Это реально самая охуенная жидкость за последнее время, которую я пробовал. Вот взять все, что было на канале до этого, блядь, вот эта жидкость пока что, блядь, просто нагнула и трахнула всех. Так что 790 рублей, 55 миллилитров, блядь. 55 миллилитров, так что покупай, пробуй, охуенно, это просто охуенно. Если ты не понимаешь, за что платить такие деньги, просто купи и попробуй. И ты поймешь, за что платить такие деньги. Только на нормальных койлыках и с нормальной ватой. А то ай-яй-яй. И никаких, блядь, испарителей. Не забывай про ссылочки. Smoke Store, который все это дело предоставил, у них это можно взять за дешево, плюс со скидочками.
плюс со всяким разным. Вот, также подписывайся на группу ВК, у нас есть свой чатик, у нас свои эфирчики, где мы забиваем кальянчики, парим, мотаем, всякое такое делаем. Так что заходи, у нас весело, у нас здорово, вот, нас уже почти 400, скоро нас будет 500, на момент, конечно, съемки видео. Сейчас здесь выскочит всякое, вот тут вот подсказочки, плейлисты, можешь зайти посмотреть остальные видосики с канала, ну и удачи тебе, вкусного тебе и густого, и увидимся с тобой, как всегда, в следующем обзоре.